Житель Новороссийска снял на видео редкое природное явление в окрестностях курорта – водопад из облаков. Кадрами Илья Селявский поделился на своей странице во ВКонтакте. На записи видно, как густые облака, образовав водопад, скользят по горному хребту и стекают в Цемесскую бухту. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.